Я думаю о тебе, что я думаю? Стальные яйца, не то что у Пашки. Провал полный. Потому что надо жопой въезжать. Я на самом деле хочу жене своей купить такую машину. Паш, а что ты мне подаришь на Новый год? Ну а ты под елочку смотрела? Вау! Так это же оптимальный подарок. Вы смотрите шоу «Задави авторитетом». Лучшее шоу про тачки, красивую ведущую и скорость. Ну, про меня что-нибудь скажи. Шоу про взрослого лысеющего мужика никто смотреть не будет. Это импозантность. А сегодня мы тестим Kia Optima. Пишите в комментариях, хотите ли вы смотреть на импозантность или на меня. А давай перейдем к нашим экспертам. Человек, который даже в детстве управлял своей коляской сам, Сергей Битяев. И заклинатель бензина и повелитель антифриза Руслан Шакаев. Ведущие обзор-шоу «Задави авторитетом» соревнуются, кто лучше сделает обзор на автомобиль по 5 основным параметрам. Им предстоит испытать машину и свое искусство вождения, после чего ведущие дадут оценку автомобилю. Побеждает тот, чья оценка ближе к мнению экспертов. Однако все может изменить бонусный балл от зрителей в студии. Кто же победит в противостоянии полов? Скоро узнаем. Мне не терпится показать эту даму в деле. Меня? Да какой тебе оптимум? Давай смотреть тест-драйв. Давай. Письма счастья. Давай посмотрим, что есть там. Давай, ты читаешь. Шок-контент. По местам. В Испании водителя с плохим зрением могли оштрафовать, если он водит в пасмурную погоду, на его машине нет знака «водитель в очках» или у него нет запасных очков. Давай, говори. Давай. Ну, давай. Последний вариант. Последний вариант. У него нет запасных очков. Да. И это правильный ответ. Стало прям легче, понимаешь? Молодец, да. Кому принадлежит компания Kia Motors, проект BMW, компания Hyundai Motor или компания Bentley Motors? Hyundai. Компания Hyundai? Да. И это правильный ответ. Молодец. Что сделал Audi, чтобы выхлоп Audi RS4 звучал круче? Завела в офисе Тигра, вложила в проект нового глушителя $3 миллиона и последний наняла звукозаписывающую студию. Вот как ты думаешь, что они сделали? Вложили в проект кучу бабла. Куча бабла? Доброе утро, Астана! Спасибо. О, смотри, тем не менее, ты припарковалась очень-очень даже. Я просто суперводитель, Я не сбила ни одного колеса, я прекрасный водитель. Ну что, давай взглянем на твою дорогу. Идеальная. Чисто. Молодец. Это все благодаря кому? Мне. Optima. Очень крутая машина. Ну что, теперь проверим, насколько я хорош. Давай. Мне нравится твоя сомнительная улыбка. Все. На тебя это надену. Я сделаю побольше. Один из главных конкурентов Kia Optima это Nissan Juke, Geely Atlas или Toyota Camry? Toyota Camry. Правильно. Название Kia как расшифровывается? Доступный каждому. Выйти из Азии во весь мир или яркая жемчужина Азии? Яркая жемчужина Азии. Хорошо, второй. Правильно, выйти. Второй? Да. Вот видишь, не все потеряно. Так. В Германии запрещено. А. Мыть машину в воскресенье. Б. Петь за рулем. В. Есть за рулем пончики. Есть за рулем пончики. Петь за рулем. Первое, все, отстань. Мыть машину в воскресенье. Блин, почему тебе не больно? Ты какой-то привык. Терминатор. Да блин, тут задом надо въезжать, а не передом, ты так не въедешь. Не... Тихо! Стоп. Все, Паш, короче, это вообще провал полный, поехали дальше. Провал полный. Потому что надо жопой въезжать, а ты въезжаешь передом. Объехал я. О, задел. Ну. Задел. Стоп. Да, я бы с таким водителем точно не села бы и не поехала бы никуда. Гараж целый. Знаешь почему? Потому что ты в него не въехал. Я в него... Молодец. Садись 5. Пошли на следующее испытание. Автоледи вперед. Спасибо. Так. Угадай мелодию. Некоторые пользователи жалуются, что у Kia Optima плохая шумоизоляция. А?
Некоторые. Вы должны это проверить. Павел, садитесь в машину, там вы найдете список песен, которые вам нужно будет спеть так, чтобы Кристина услышала вас через закрытую дверь. С каждой угаданной песней Кристина будет отходить на одну отметку назад. Затем вы поменяетесь местами. Ну, давай попробуем. Попробуем. Садись. Цвет настроения. Тара-тара-ра-ра-ра-ра. Понятно, да, да, есть, окей. Я отхожу назад, да? Валенки, да валенки! Валенки, Ва, ну молодец, ну. Откуда у тебя такая фольклорная херня в руках? Ой, мороз, мороз, не. Слышно, кстати? Ой, мороз, мороз, она сумасшедшая. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она сумасшедшая, да? Ну, молодец, молодец. Забирай меня, хочу за 100 морей. Да? Забирай меня скорей, увози за 100 морей, да? Ура! Если б мне платили каждый раз о тебе. Я думаю о тебе, да? Ну да, да, монеточка. Я думаю о тебе, что я думаю? Все, не слышу, не слышу. Буду в Париж полетать. А, сейчас. Думать о пилоте. А завтра в 7:22 я буду в Париж. Да! Я маленькая лошадка. Я маленькая. Да, да, да. Я гениально, гениально, все. Если бы не я, не я, не я. Если бы не я, не я, не я. Что-то там не ты, не ты, не ты. Да? Да, да, Да? Ура! Получается, по конкурсу побеждаешь ты. Но из-за того, что у меня голос громче. Ну, или артикуляция неплохая. А бывает. Звукоизоляция все-таки там более или менее нормальная. Слушай, ну понятно, у меня громче голос, у тебя артикуляция лучше, да? Или наоборот. Пусть зрители решат. Давай. Давай, пойдем. Давай, смотри, я тебе открываю, а ты начинаешь. Я сам я не надеюсь, вижу, не дрова рубить. Так, говори. Довези и сохрани. Еще одна претензия к Kia Optima от водителей – это жесткость хода. Ваша задача – проверить, так ли это. В коробке, которая находится в машине, вы найдете два одинаковых набора предметов и продуктов. Вам нужно довести эти наборы до места пикника в целости и сохранности. Посмотрим, кто из вас более аккуратный водитель. Это, понятно, я. Давай, посмотрим, да? Давай. Тут яйца, кока-кола и шампанское со стаканчиком. Ну, прекрасно. Я свои яйца уже 30 лет вожу. Тогда я первый. Давай, давай, посмотрим. Смотри, не разбей яйца. Выбрали нам тоже дорогу, елки-палки, с этими яйцами сейчас. Я не про свои, конечно же, говорю. Ах, тут еще и бутылки нам наставили. Кстати, хочу заметить, что действительно сама по себе Kia очень комфортабельная. Подвеска хорошо себя ведет. По ямам, а ям нам выбрали тут логисты. Будь здоров. Кстати, реагирует быстро на тормоз, на газ. Это очень важно. Очень важно здесь и действительно огромный плюс. Кресло регулируется под самого водителя. Мало того, что у нее есть подогрев вместе с рулем, так оно еще и регулируется под тебя. В общем, хочется сказать, что машина стоит своих денег, надо отметить. Живы еще, ну не совсем уже, но живы. Ну, выбрали у нас, конечно, тут дорогу. Руль чувствительный достаточно. Действительно держит. И дистанцию держит, не виляет, не кидает. Очень себя достойно ведет. Так, о, почти целиком доехали. Ну, давай посмотрим на твои яйца. Давай. Кому-то мои яйца в этой жизни стали интересны. Что там, что там, Паш, что я там? Я очень хочу колу. Кола такого. Стаканчик. Давай, дорогая. Спасибо. Ну как? Кола как кола. Кола как так, кола. Так, давай посчитаем, сколько яиц ты разбил, а сколько осталось в целом. Так, давай. А, 3 яйца разбито. 2, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3. Не надо. Вот, смотри, вон. Это так, это да, знаешь. Оно разбито. Ну, хорошо. 3 яйца разбиты, а 1, 2, 3, 4, 5, 6 целые. Ну что, посмотрим, как ты справишься с этим заданием. Так, надо проехать, чтобы не разбить яички. Ну, Паша, это не очень это получилось. Но я-то в себе уверена.
Блин, дорога здесь, конечно, вообще ужасная. Вообще очень классная машина, вот честно, я прям очень удивлена. Мне казалось, что Kia не настолько комфортные и классные, а она так легко идет. А зеркало, тут такое зеркало крутое, просто вообще, как в любом трюмо для девчонок, самое то. Подвеска, мне кажется, немножко жестковата, хотя я не знаю. Если честно, я не очень мастер. Что интересная машина эта хочет? Она меня ждет или нет? Ой, загорелись огоньки. Спасибо. Как-то мои яички. Мне кажется, они вообще целые. У меня, наверное, просто такие непробиваемые яички. Стальные яйца, не то что у Пашки. А вообще набор такой, конечно, интересный. Кока-кола, шампанское, яйца и один стаканчик. Один, главное. Это значит, я, наверное, еду одна на пикник? Или, может, с кем-то познакомиться в лесу? А что, хорошее место для знакомства в лесу. Вы где познакомились? В лесу. Я была одна на пикнике, пила шампанское, запивала колой, закусывала яйцами. Тут вдруг подошел он, и я поняла, что это моя любовь. Нет, ну как-то не очень. Так, вот мы и приехали. Сейчас покажу Пашке свои яйца. Проверим. 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 Давай, давай. Я идеальный водитель. Да ты любишь яйца, я погляжу, возить. Я тебе... просто опытный яйца возитель, понимаешь? Яйца возитель. Бутылки целые, да? Яйца, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, все цело, а? Я же говорю, я идеальный Протестировали сегодня машину Kia Optima GT 18 года. Что можно сказать? Машина класс. На самом деле, вот в двух словах, все нравится. Ей поменяли зубы, вот она, улыбочка, да, хорошая. Вот новая вставочка, тут светодиоды поменяли, тоже очень круто. Решетка. Очень похожая, напоминает пасть у тигра. Такая агрессивная. Ну, я считаю, очень красиво смотрится. А фары, они так зажигаются, модно, стильно, молодежно. Вот это место в багажнике. Сюда столько бы пар обуви поместилось или пакетов со шмоточками. Можно людей перевозить, если мало ли вы маньяк-убийца. Закрывается очень просто. Все очень максимально и оптимально. Собственно, Optima об этом и говорит. Вообще очень красивая, такая кругленькая, как я люблю. А диски, посмотрите, какие диски. Очень красивые, такие модные. Такая машина представительского класса. Ну вот я бы... хотела бы такую машину, но если бы мне подарили. А, например, клиренс немножко низковат. Я же девочка, я соберу все поребрики. Я из Питера, поэтому у меня везде поребрики. Зеркала у нас с подогревом. И все здесь вообще с подогревом. Знаете, как круто? Сидишь в машине, холодно, метель. Сидишь и ждешь, пока отогреются зеркала. А не стоишь, что ты оттираешь их. Вот, это классно. Теперь пройдем к салону. Заходите в салон. Все очень просто. И она... сама подъезжает. Ну, здесь можно немножко подрегулировать. Смотрите. Я пришла. Сейчас мы на нее. Поехали. Вот, красота. Чувствую себя прекрасно. Здесь не ключик, а кнопочка. Нажимаешь на кнопочку, машина заводится. Что меня изначально смутило? Много кнопок. Потом я в них разобрался, и действительно, они оказались очень даже функциональными. Здесь очень много кнопочек, как в самолете. Ну, правда, тут половина, я не понимаю, что означает, но неважно. Вот, вмещается половина моей руки. Несмотря на то, что я 1.70 м, ну, собственно, небольшого роста, то даже рослый мужик, здоровый, огромный, сюда вместится с лихвой. Так что нечего даже добавить. Вот и все. В целом, если в двух словах, по салону можно дать 10. Но я дилетант. Я посидела внутри, оценила салон. Он большой, комфортный достаточно. А мне не понравились линии красные. Немножко, может, не так мягко, как бы хотелось. Поэтому, наверное, я ставлю 9. Лично для меня она стоит своих денег. В принципе, я бы ее купил.
В соотношении цена-качество я бы, наверное, не купила такую машину, потому что для меня это немного дороговато. Но для любителей Kia, наверное, вполне приемлемо. И тем не менее, все-таки вся машина в целом меня устраивает на 9 баллов. Почему? Да за подвеску. Яйца-то побили, и я сейчас не простою. После таких распевок я могу хоть в голубом огоньке выступать. Зачем тебе это надо? Пойдем со мной в караоке. А зритель нас рассудит. Надо, ребята. Но ответит, кто же лучше смотрится за рулем Kia Optima, наши многоуважаемые эксперты. Я на самом деле очень доволен, я прям сижу и радуюсь, что у нас хороший автомобиль, красивая девушка, очень приятная компания и Новый год, охота всех поздравить с наступающим Новым годом. Как же, хорошая компания. Я привык. Вот, и всех охота поздравить с Новым годом, пожелать всего-всего и всем подарку по машине, по Kia Optima замечательно. Мне машина эта нравится. Поэтому я сразу скажу то, что я дам ей хорошую оценку, но хотелось бы послушать Руслана. Мне действительно нравится тоже эта машина. Она классно выглядит, очень комфортная. Я на самом деле хочу жене своей купить такую машину. Итак, в принципе, комфорт салона я ставлю 9 баллов. Есть маленькие нюансы, я не буду о них говорить, потому что в целом просто идеально. Поэтому оценка 9. А почему не 10? А ну, потому что 10, на самом деле, оценка у меня. И перейдем к мощности двигателя. Здесь оценка 10 баллов, потому что есть 2-литровый надежный атмосферный двигатель. Также есть турбированный двигатель, чтобы погонять, и 2,4, чтобы и погонять, и надежно. Поэтому 10. Что скажешь, Руслан? Ну, на самом деле, можно было бы сделать и поинтересней. Если бы на 2,4 поставили битурбо, это было бы гораздо интереснее, гораздо веселее, быстрее, и все, что с этим связано. Поэтому моя оценка 8. В принципе, тоже высокий показатель. Достойная оценка, естественно. А вот про подвеску я скажу таким образом, то что машина хорошая, подвеска у нее хорошая, но я никогда не любил корейские подвески, но здесь она устойчивая. И я сажусь в этот автомобиль, чувствую уверенность. Поэтому не 10, конечно, но 9 я точно дам. Я немножко не согласен. Здесь есть огрехи, она немножко слегка жестковата. Мне кажется, за эти деньги сюда можно поставить либо пневму, либо гидравлику, и она будет гораздо мягче. Моя оценка 7. Прекрасная оценка. Что, перейдем к удобству управления? Что скажешь по этому поводу? Удобство управления идеально. А почему я хочу жене такую купить? Потому что здесь огромное количество вспомогательных опций для водителя. Это круговой обзор, видео, датчики различные, парктроники, то есть идеально для супруги, для женщины, то есть она не поцарапает машину. Поэтому 9 баллов. Все правильно, и здесь я с тобой соглашусь. У меня также хорошая оценка, 10 баллов. Ну и осталось поговорить нам о цене данного автомобиля. Соотношение цены и качества для меня это идеальное, но хотелось, чтобы каждый мог попробовать Kia Optima, и поэтому я поставлю 9. Может быть, меня сверху услышат и снизить стоимость данного автомобиля. Что скажешь ты? А я поставлю 10, потому что соотношение цены и качества, мне кажется, идеально. То есть за такие деньги, такого класса машина, в принципе, она и должна столько стоить. И, как всегда, в Новый год все у нас хорошо, и даже оценка очень высокая, общая, средняя. Балл Kia Optima 9,1. А у тебя какая оценка, скажи мне? 9. А у меня 8,4. Получается, ты выиграл? За тебя опять зрители проголосуют, выиграл я. К моему сожалению, они проголосовали в этот раз за тебя. Поэтому это тебе небольшой подарочек на Новый год, а я заберу машинку. Да, забирай, не жалко. В новом году мы вам желаем свободных дорог, зеленых светофоров, быстро переходящих пешеходов, не выбегающих животных, добрых гаишников, не подрезающих таксистов и бензина по 15 рублей. В общем, действительно, всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, который будет уже в новом году, после небольших каникул. Спасибо, что вы были с нами. С Новым годом! Пока-пока! Новый год и новогодний конкурс. Напишите свое желание в комментариях, и 3 самых интересных мы исполним. И не забудьте подписаться на наш канал. С наступающим!